Уважаемые жители города Музыря, мы просим вас о помощи. Спорткомплексу бассейн уже более 35 лет. Капитального ремонта не было. Мы начали ремонтные работы фасада, начали быстро, но и быстро также закончились денежки наши. Да. Мы просим еще раз вам оказать помощь в ремонте спорткомплекса «Бассейн». Просить всегда сложно. Слова подбираются с трудом, но обращение Юрия Жильского, заместителя директора детско-юношеской спортивной школы номер 2, искреннее. Городской бассейн, а он находится в подчинении спортивной школы, уже давно нуждается в ремонте. За 35 лет немало воды утекло, в прямом смысле. Капитальная замена требуется внутренней канализации, технологическим трубопроводам. Большой и малой ванне необходима замена плитки, душевых кабин. Перечисляя то, что необходимо сделать, можно очень и очень долго. Легче обозначить, что уже сделано. Для ремонта готова вся проектно-сметная документация. Идет ремонт фасада. Но выделенные из бюджета деньги, перечисленные мазырянами за субботник 31 октября 2015 года, заканчиваются. Поэтому и решено было вновь обратиться ко всем неравнодушным жителям нашего города. Благодаря предыдущему субботнику, на котором было собрано больше 1 миллиарда белорусских рублей, мы смогли начать ремонт в нашем бассейне. На данный момент финансовые средства у нас закончились и строительство у нас остановлено. Администрация спортивной школы «Эзюшор номер 2» обращается к вам оказать содействие в данном мероприятии, то есть субботник, который будет посвящен ремонту данного нашего объекта, то есть бассейна города Музыря, который имеется у нас один в нашем городе. Мы просим вас оказать финансовую городской помощь. Городской бассейн – место, которое знает и любит не одно поколение мазырян. Занятия плаванием очень популярны. В неделю в среднем пропускная способность бассейна около 4500 человек. В наших общих силах сохранить то, что у нас уже есть. Так сказать, подарить бассейну вторую жизнь. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Музырь».